Представители советской мысли приехали в гости не с пустыми руками, а с блинами и подарками. А местные жители, в свою очередь, с большим удовольствием поучаствовали в викторине, посвященной истории газеты, а также в конкурсе частушек к столетию издания. Советская пришла, наша почта принесла. Будем новости все знать и спокойно отдыхать. Задорно, весело, с пожеланиями газете, под гармошку и от души исполнялись частушки. Самыми интересными оказались частушки у Александры Горбуновой, Зинаиды Похолковой, Валентины Сороки, Юлии и Елены Садовниковых. Каждый исполнитель получил от редакции кружки и ручки с символом столетия газеты. Затем на улице все дружно жгли чучело масленицы, а вместе с ним все невзгоды и печали. После блинами и сладостями с горячим чаем жители поделились своими впечатлениями о газете, рассказали о своей жизни на селе и пригласили еще раз приехать в гости. Евгения Шемякина, Андрей Жилин, новости провинции.